Вот исторический момент. MC Hammer в Петербурге. Hi. Привет, добро пожаловать. Это музыкальная программа, музыкальный канал, программа про ОСТВ. Sure. Несколько вопросов можно, конечно. Как вы предпочитаете вас называть, мистер Хаммер или мистер Беррелл? Просто называй меня MC Hammer, хорошо? Меня зовут Нина, как дела? Спасибо, хорошо. Ну, как вы себя чувствуете? Как первые шаги на русской земле? Я просто рад, что я на твердой земле, что я приземлился, что все хорошо. Хочу теперь посмотреть все, как у вас тут. Что вы ожидаете от этого концерта, от этого визита? Я ожидаю буквально всего. Я хочу, чтобы я хорошо провел время, чтобы посмотрел вокруг. И чтобы я развеселил людей. Вы волнуетесь перед своим первым концертом в России? Нет, абсолютно. Замечательно. Спасибо большое. Мы будем с вами все это время, наша программа. Спасибо. Привет, привет, большие поклонники программы «Паровоз ТВ Супер Дэнс». Вот-вот мы и вновь с вами находимся на вечеринке в Планетарии, где проходит супер-супер вечеринка, посвященная вот этому замечательному...